воскресенье в Самарской области небо будет ясным, без осадков, сохранится теплая погода. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 27 градусов, ночью 16-18 выше 0. В Сызрани ясно, днем плюс 27, ночью плюс 17 градусов, северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, температура воздуха днем плюс 23, ночью 18 градусов выше 0, ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем плюс 25 градусов, ночью плюс 18, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 51%. Геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.